После просмотра нескольких роликов, на которых все казалось просто, я потерял больше часа, меняя только правую втулку стабилизатора. Не понравилась мне такая возня, поэтому предлагаю вам свой рецепт. Вначале, как обычно, снимаем колесо и выворачиваем правую сторону вправо, а левую влево. Затем открутите стойку стабилизатора в нижней части. Сам стабилизатор сразу станет свободным и не будет давить на втулку. Также сразу станет виден износ. Стабилизатор будет болтаться, а вокруг втулки будут большие щели. Износ также хорошо виден снизу, если стать по центру автомобиля и заглянуть из-за балки. Основная сложность – это сорвать болты и гайки, поэтому когда будете закручивать, обязательно смажьте резьбу любой густой смазкой. Так вы облегчите себе работу в следующий раз. Теперь, когда стабилизатор не придавлен стойкой, остается сорвать гайки и болт. Справа удобно использовать молоток и трубу, а слева можно сложить два ключа в один рычаг. На левую сторону у меня ушло 20 минут. Делайте так и экономьте время и нервы. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Удачи!